День за днем. Корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и за ее пределами. И сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых главных ее событиях. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем» в студии Петр Васильев. Здравствуйте. И вот о чем мы расскажем в ближайшие полчаса. В ближайшие двое суток ледоход ожидается в пределах Ленского района Якутии. МЧС России развернул в райцентре дополнительные силы и средства. Оперативные группы полностью готовы. Прошли обучение, имеется специальное оборудование для оказания помощи населению. Не за горами и сезон лесных пожаров. В республике уже действует 26 термоточек. Власти региона планируют ввести особый противопожарный режим. Понятно, что сегодня это не природная аномалия, а именно рукотворная, скажем, пожар, который, к сожалению, имеет место быть. Центр высокоточной стрельбы в Якутске примет первых курсантов для подготовки снайперов. Полигон оснащен видеокамерами, мишенями, гонгами и строениями. Работа идет. Мы вносим свою лепту в дело нашей общей победы. Близится и празднование Дня Великой Победы. К 9 мая в Нерюнгринском районе начала свою работу необычная выставка. Выставка «Путь к победе» – это такой удивительный симбиоз искусства и новейших технологий. Российские аналитики рассчитали индекс кулича, ну а мы, в свою очередь, расскажем, во сколько обойдется жителям Якутии празднование Пасхи. На реке Лени нижняя кромка ледохода находится в районе населенного пункта Крашунова Иркутской области, верхняя в районе села Петропавловская. Протяженность ледохода 154 километра, за сутки он продвинулся на 20 километров. Расстояние от нижней кромки ледохода до границы с республикой составляет 196 километров. Напомню, вскрытие реки Лена в пределах Ленского района ожидается в ближайшие двое суток у города Ленска 6-8 мая, на территории Алекминского района 10-11, на участке Покровский Куцкангаласа 14-16 мая, в Сангарах 18-19 мая, в районе поселка Кюсюр в последних числах этого месяца. Две ледовые переправы остались работать в Якутии. 2 мая закрыли ледовую переправу через реку Стрекаловку в Жиганском районе по направлению Жиганский аэропорт. Ледовые переправы продолжают свою работу в Оленёкском и Верхнеколымском районах. Это переправа Оленёк-Хараялах через реку Оленёк до 30 тонн и Зарянка-Затон через реку Ясачную до 5 тонн. Напомню, за несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность. Штраф для граждан составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических от 100 до 1 миллиона рублей. Ежегодно в период межсезонья, когда ледовая переправа уже закрыта, а навигация еще не открылась, единственным способом сообщения между Якутском и Заречьем остаются суда на воздушных подушках. Как в этом году организованы их работы, работа перевозчиков, расскажет Александр Хавренко. Около 30 судов на воздушных подушках обеспечивают связь Якутска с Нижним Бестяхом. Цена на проезд осталась на уровне прошлого года – 2000 рублей за одного пассажира. В будние дни подушки ходят примерно раз в час 40 минут по мере заполнения. В выходные, когда пассажиропоток увеличивается, увеличивается и количество рейсов. Кроме перевозки пассажиров, суда обеспечивают и грузовое сообщение. Люди приходят и с кем-то договариваются там по телефону. Либо сами кто-то из людей подходит, и тут на берегу все обсуждают, в какой день, в какой час подходить. И все, о цене договариваются и едут. Сейчас тихо, но лед такой потихоньку тает. Погода позволяет ездить пока по льду. Хотелось бы подольше, хотя бы до июня. Ну как, где-то так. Пока катера наши не выйдут. По маршруту Якутск-Нижний Бестях перевозки организованы с причала Намыв в 202-м микрорайоне. Пока лед на реке Лена в районе Якутска стоит, перевозки на судах на воздушной подушке будут продолжаться. С первыми подвижками им на смену придут альтернативные виды перевозок. Видно то, что малые реки у нас уже, это Алёкма, там и другие малые реки, которые попадают в реку Лена, они как бы более ранние сроки тоже скрываются. Поэтому будем наблюдать. Но перед межсезонье таких явлений, ну, хочется пожелать, чтобы люди воздержались от перевозок, потому что тут будут привлечены аэроботы, другие суда, которые более приспособлены для выполнения вот данных. И воздушное судно у нас тоже на готовности находится. Это полярные линии тоже в Монетах.
Маган тоже будут выполняться перевозки. В течение летнего сезона на причале будут вестись строительные работы. Будет возведен терминал и проложена асфальтированная дорога для удобства подвоза пассажиров. И перевозки в межсезонье станут еще более удобными и комфортными. Александр Хавренко, Иван Сорокоумов, Якутск. Тем временем в Ленске организована работа межведомственной оперативной группы по координации действий и отслеживанию паводковой обстановки под руководством начальника МЧС России по Якутии в составе 30 человек и одного воздушного судна. Всего для мониторинга паводковой обстановки на реках Лена и Амга работают 47 человек личного состава, 6 единиц техники и одного воздушного судна. Главная задача – недопущение гибели людей в период прохождения весеннего половодья и минимизация материального ущерба в случае возникновения чрезвычайной ситуации. На сегодняшний день хочу сказать, что оперативные группы полностью готовы. Прошли обучение, имеется специальное оборудование для оказания помощи населению. На заторопашных участках имеется запас, создан запас взрывчатых веществ в объеме 25 тонн. Имеется также в составе оперативных групп команда взрывников, которые также прошли обучение и готовы к выполнению задач по проведению взрывных работ на заторопасных участках. Ну а сам Ленск тем временем готов к пропуску паводковых вод. Все превентивные мероприятия проведены. Закончены работы и на гидротехническом сооружении дамба. Подрядчик провел ревизию 22 водопропускных сооружений. И на местах, где образовались откосы, работала техника, производила отсыпку. В этом году подрядная организация при подготовке к ледоходу учла все проблемные вопросы, что возникли в прошлом году. Напомню, одна из заслонок во время половодья в прошлом году была приоткрыта, вследствие чего вода просочилась в город. Ревизия самой заслонки, смазка механизма, чтобы это все работало на случай, при необходимости. Вот. И в этом году мы постараемся зафиксируем эти вентиля, чтобы, как в прошлом году не получилось, у нас в Мухтуе приоткрыли одну из заслонок, где запорные механизмы тоже отошли при этих действиях. И, конечно, даже закрыв заслонку, все равно вода просачивалась. Ну, благо, что подрядчик у нас это ликвидировал в экстренном порядке вечером, ночью. В этом году мы постараемся зафиксировать все 22 заслонки, для того, чтобы они у нас надежно отработали. Тем временем на территории региона уже зарегистрировали 26 первых термоточек, 12 из которых находятся в Хангаласском районе. Об этом в ходе совещания заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников. По его словам, в ближайшее время на территории республики объявят особый противопожарный режим в связи с установлением теплой погоды. По данным регионального правительства, общая площадь термоточек составляет 501 гектар, основная доля – сельскохозяйственные палы. Особый противопожарный режим установит дополнительные требования пожарной безопасности, где предусмотрены привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет посещения лесов и принятие других мер. Климатические условия меняются, ветровые нагрузки очень большие, и мы, видя, как, что происходит в других регионах, сегодня мы не можем позволить, как говорится, быть спокойными и наблюдателями со стороны. На днях уже объявим особый противопожарный режим на территории Республики Саха-Якутия. Ну а представители Рослесхоза, в свою очередь, оценили готовность Хангаласского района к борьбе с лесными пожарами. С выездной проверкой в районе побывали специалисты Департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу. Что именно они проверяли и какой прогноз дают на предстоящий пожароопасный сезон, расскажет моя коллега Виолетта Засимова. Специалисты федерального ведомства в Якутию с проверкой приезжают ежегодно и каждый раз обследуют новые районы. Например, нынче они побывали в Нерюнгринском, Алданском, Татинском, Амгинском и Хангаласском районах. В прошлом году выезжали в Илюйскую группу. Там большая проверка была. В Илюйск, Верхний Илюйск, Нерба. Вот. Ну, они выборочно берут, вот, приезжают и уже здесь сообщают, какие филиалы они поедут, чтобы мы были готовы. Ну, пока вот Алдан, Нерюнгри, Тата, Амга, все готовы 100%. В Хангаласском Лусе проверяющие первым делом посетили филиал «Якутлесресурс». Здесь особое внимание уделялось подготовке личного состава и оснащенности их оборудованием и средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, исправности пожарной техники и наличию технической документации. В Хангаласском филиале «Якутлесресурс» подготовлены 27 лесных пожарных всего по штату. И еще 3 будут договорники. У нас вот 3 гусеничных трактора. И один колесный,
И вот танкетка, и два егеря. Вот один называется АЦ, ну, автоцистерна, и два УАЗика. Далее был произведен осмотр сил и средств Покровского авиаотделения. Аптечка одна на группу еще большая идет. В этом году мы подготовили 50 человек, в том числе 44 парашютиста пожарного и десантника пожарного. Вот все вместе. То есть у меня 7 групп. И техники мы подготовили 3 единицы. Это КАМАЗ, вахтовка, Садко, Next и УАЗик. Для передвижения личного состава по районам и передвижения к аэродрому. Для авиационной охраны лесов района будут задействованы самолет Ан-2 и вертолет Робинсон Р-44. По результатам проверки лесопожарные формирования Хангаласского улуса признаны на 100% готовыми к предстоящему пожароопасному сезону. К слову, открытие сезона лесных пожаров намечено на середину мая. При этом в Якутии нынче прогнозируют очень жаркое лето, что значительно увеличивает риск возникновения лесных пожаров. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели. Мы продолжаем. Национальная библиотека Якутии продолжает показ художественной выставки «Свои родные», которая посвящена героям Отечества, солдатам, медикам и волонтерам СВО. В рамках патриотического часа сотрудники библиотеки показали студентам короткий видеоролик о суровых буднях наших военных. На выставке были представлены книги о специальной военной операции, поэтика о военных героях, а также наградные документы и личные вещи участников. Трагичным, но в то же время сильным экспонатом выставки является серия художественных портретов павших героев-солдат СВО. Напомню, выставка будет проходить вплоть до конца мая, и каждый желающий может лично ее посетить. Мы совместно, Национальная библиотека, совместно с автономной некоммерческой организацией «Сердца солдатских матерей» организовали эту выставку. Это уже третья выставка. Будем и дальше продолжать. Студенты Якутского сельскохозяйственного техникума осваивают производство сушеного мяса. Благодаря технологии мясо сохраняет все полезные свойства и при этом может храниться длительное время. Первая партия продукции уже отправилась на СВО и будет передана бойцам-якутянам. Подробнее о производстве сушеного мяса расскажет Александр Хавренко. В 2022 году Якутский сельскохозяйственный техникум одержал победу на федеральном проекте «Профессионалитет» и получил грант на сумму 100 миллионов рублей. Эти деньги пошли в том числе и на обустройство собственного мясного цеха. Было закуплено оборудование для производства полуфабрикатов, и в 2023 году начался выпуск собственной продукции. В 2024 году по инициативе Республиканского управления Госстройжилнадзора на производственной базе техникума решили выпускать сублимированное мясо для участников СВО. Это первая партия, 200 килограмм мяса мы переработали, отправили туда. Посмотрим, какие будут впечатления. Сейчас вот начали работать со второй партией мяса. Ну, думаю, что все у нас совместными усилиями получится. Работа эта будет продолжена по мере поступления сырья. Весь процесс изготовления занимает чуть больше суток. Мясо разделывают, пропускают через мясорубки и выкладывают тонким слоем на специальные поддоны, которые потом на сутки отправляются в специальный сушильный шкаф. После этого мясо вакуумируют, и оно готово для употребления и перевозки. Ну, это мясо хранится, он полгода, это свободно, да. И это обычно вот, когда вакуум нарушают, когда вяленые вакуумируют, да, то там при вскрытии вакуума 3-4 дня. А этот у нас сушеный, он... Его скроешь, он еще дальше сушится, и ничего с ним не происходит. Из него можно потом суп варить, и он так обыкновенный суп получается. Первыми якутское сушеное мясо попробовали представители отряда «Ботур». Представителям тоже вот «Ботура» тоже попробовали, им очень понравилось. Мы на днях тоже 200 штук отправили добровольческому отряду «Ботур», и на «Вазов» тоже 600 штук. И планируем тоже сегодня доставить дополнительно 200 штук и
ближе к 9 мая тоже планируем где-то 500-600 штук. На базе техникума работает и получает знания Николай Кураев, участник СВО. После ранения Николай вернулся в Якутию и планирует открыть собственное дело – цех по переработке мяса. Ему, как человеку, прошедшему окопы, новинка сельхозтехникума пришлась по душе. Очень хорошо, тем более вот эта вакуумная упаковка, она везде удобная вот для солдат. И она, главное, долгого хранения, она как будто, можно сказать, как раз для солдата. На передовой там экстремальные условия, поэтому она очень удобна. Вот в карман можно носить. И главное, она вот эта вакуумная упаковка, она вот не теряет свой вот витамин качества. И она маленькая, удобная, если можно, универсальная. Можно суп сварить, второе сделать, например. Для производства сушеного мяса используется местная продукция. В нем нет никаких консервантов и ГМО. И самое главное, что производится оно с уважением и заботой о бойцах, которым оно предназначается. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. Глава Якутии поставил задачу региональному отделению Центра ВОЭН. Перед руководителем центра стоит задача охватить программой обучения всех желающих школьников не только Якутска, но и из районов республики. Накануне в центре обучился первый поток курсантов. В летний период на базе центра ВОЭН будет организован и военно-технический лагерь. Курсанты получают практические навыки огневой, тактической и инженерной подготовки, организации связи, управления беспилотными летательными аппаратами, тактической медицины. Программа обучения рассчитана на молодых людей, желающих подготовиться к службе в Вооруженных силах России, а также на школьников в возрасте с 14 лет. Тем временем в Якутске на базе Центра высокоточной стрельбы «Сулус» будут готовить снайперов. В скором времени запланирован и набор первых курсантов. Об этом на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым сообщил руководитель Центра «Герой России» Александр Колесов. Сам центр построили по поручению вице-премьера, полпреда президента России Юрия Трутнева. Полигон предназначен для подготовки высокоточников, снайперов, инструкторов для службы в зоне СВО. В Сулусе снайперы могут проходить подготовку по стрельбе на расстояние до 4 километров. Сам полигон оснащен видеокамерами, мишенями, гонгами и строениями. Есть также и озеро, что позволяет отследить и впоследствии учитывать изменения траектории пули при полете над поверхностью воды. Глава дал оценку положительную, высокую, что работа идет. Мы вносим свою лепту в дело нашей общей победы. Вот. И, ну, основной упор мы сделали, обсудили организационные моменты. В Нерюнгринском районе продолжается подготовка к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Это и проведение традиционных уроков патриотического воспитания в школах, и акция «Георгиевская лента». Ну а сам Нерюнгринский музей к празднику подготовил необычную выставку. Тему продолжит Иван Лазаренко. Музей истории освоения Южной Якутии в преддверии самого главного праздника страны – Дня Победы организовал в своих лучших традициях очередную выставку, посвященную этому великому празднику. Мы сегодня открываем победные истории музея города Нерюнгри. Это действительно такая серьезная выставка сегодня будет. Я хочу поздравить их с реализацией этих планов. И также от себя и от всей городской администрации, от нашей команды поздравить всех жителей города Нерюнгринского района с предстоящей великой победой. Это та победа, которую советский народ совместно ковал, выстрадал и победил то зло, которое было. К сожалению, те события возвращаются сейчас, но у меня нет ни минуты сомнения, что мы очередной раз победим. Дорогие друзья, с Днем Победы! После торжественного концерта и открытия выставка начала свою работу и вызвала большой интерес у первых посетителей музея. Выставка включает в себя более 20 плакатов, 10 из которых анимированы и помечены QR-кодом. Любой посетитель может подойти и при помощи своего смартфона оживить эти плакаты. Выставка «Путь к победе» – это такой удивительный симбиоз искусства и новейших технологий и вызывает огромный интерес у жителей Нерюнгринского района. Выставка продлится до конца мая, но уже, по словам администрации музея, поступают многочисленные заявки от трудовых коллективов района с просьбой продлить выставку на более долгий срок.
Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Перейдем к другим темам. Российские аналитики рассчитали индекс кулича. Так, согласно статистике, средняя цена на кулич с 10 по 23 апреля этого года составила 243,5 рубля. Отмечу, что она выросла на 10%, ну а продажи на 197% по сравнению с периодом марта-апреля прошлого года. Россияне по-прежнему отдают предпочтение готовой продукции по традиционному рецепту, однако в продаже можно встретить и веганские, и даже безглютеновые куличи. Федеральная антимонопольная служба России, в свою очередь, в преддверии Пасхи напомнила участникам рынка куриных яиц о запрете на необоснованное повышение цен. В случае снижения себестоимости яиц ведомство рекомендует производителям предусмотреть соответствующие изменения ценовой политики и соблюдать запрет на необоснованное повышение цен. Торговым сетям служба рекомендует в случае снижения отпускных цен поставщиками транслировать его конечным потребителям. В настоящее время стоимость куриных яиц в России продолжает снижаться. Так, по данным Росстата, со 2 по 8 апреля этого года они подешевели на 0,16%, ну а с начала года на 4,88%. Ну а во сколько обойдется праздничный стол на Пасху жителям Якутии, знает Даяна Федорова. Светлый праздник Пасхи для верующих самый радостный и долгожданный. Позади Великий пост. Праздничный день достаточно встретить осознанно, с миром в душе и, конечно, собрать семью за накрытым столом. Мы планируем купить куличи, яйца, красиво там сделать, как всегда. Ну и пару салатиков, там еще что-нибудь приготовить примерно. Да, все хорошо вроде бы. Понравились цены. Мы хотим взять штучек 5 куличей. Традиционные для великого торжества блюда – пасхальный кулич, творожный десерт, а также яйца остаются главными на Пасху. На прилавках магазинов уже появились не только традиционные блюда, но и специальные наборы, формы для выпекания, наклейки и пищевые красители для яиц. Цены, они у нас варьируются. Вы можете заметить, для удобства покупателей мы сделали куличи разной громовки – от 100 грамм до 300 грамм, так как и цены не бьют по покупателям. Сколько стоит накрыть праздничный стол? И если говорить о минимальном наборе, куда вошли кулич, десяток яиц, элементы декора и атрибутики, в магазине придется оставить в районе 700 рублей. Однако, если вы идете кому-то в гости и приходится взять кулич пасхальный с оформлением, то придется оставить еще сверху 300 рублей. В общем счете вы отдадите в районе 1000 рублей. Учитывая возможное увеличение спроса на куриные яйца в связи с предстоящим праздником Пасхи, ФАС России обращает внимание торговых организаций на необходимость сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары. Отметим, в настоящее время стоимость куриных яиц в России продолжает снижаться. В пасхальное воскресенье ожидается большая культурная программа. Традиционный крестный ход в полночь, ночная и дневная литургии. Это лишь часть культурной программы, состоящей из порядка 50 мероприятий. У нас по традиции ночная литургия совершается на двух языках, на русском, церковнославянском и якутском. Собственно говоря, и вторая в этом году тоже будет на двух языках. В течение дня совершается освящение пасхальной снеди, этих пасхальных блюд, которые люди Божии приготовили для праздничного стола. Этого дня ждут, к нему готовятся. Удивительный праздник Пасхи. Он объединяет людей, наполняет души радостью и желанием делиться теплом с другими. Даяна Федорова, Семен Семенов, Илья Сыромятников, Якутск. Такое видели минувшую неделю наши корреспонденты. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы продолжим следить за развитием событий в республике, стране и мире. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфирах.